Следующий поиск, соответственно, горизонтальный. Он ходит по карте вот так, горизонтально. В зенит он не ходит, потому что на таком поезде в зенит отправляться вообще опасно, наверное. Ходит он быстро, потому что проехать надо большое расстояние. Ходит он настолько просто яростно быстро ходит, и когда ты едешь в таком поезде, особенно если это внутренний поезд, ночью где-нибудь на каком-нибудь перегоне между, неважно, где-то зимой в Сибири, когда он несется еще по дуге, по какой-нибудь проложена вокруг какой-нибудь горы, проложена линия железнодорожная, он едет, и тебя с боковушки начинают просто так вот стряхивать. Просыпаешься ночью, когда еще свет не горит там нигде вообще. Такое тоже бывает в этом поезде, что выключили весь свет, проводники все ушли в соседний вагон. Что делать, понятно, песни петь. Вот и ты думаешь, и, наверное, и этот самый, как его, водитель поезда тоже так же с ними, задний тормоз. И ты думаешь, ну все, конец. Зачем я, где я, кто я, думаешь, ты находился в этом поезде, на верхней, боковой, как поет один великий поэт. До Тихого океана идут туда-сюда поезда, но это только сначала странно, потом привыкаешь. Да, это только сначала страшно, всю жизнь стучит металл о металл. Такая длинная эта раша, длиннее я не видал. А за окном то тундра, то тайга, но в основном безлюдные пустыни, черные пески и белые снега. Радости простые. Угля и стали тяжелый запах, твое сознание вбит, как гвоздь, твой поезд с востока спешит на запад, Сибирь пронзая насквозь, и бросив тебя на пустом вокзале, чихнув, икнув и дунув свисток, мчится поезд, Сибирь пронзая с запада на восток. А за окном то тундра, то тайга, но в основном безлюдные пустыни, черные пески и белые снега. Радости простые. Что деревня, что мегаполис обрыгла, и это и то, и все, ты знаешь, спасет тебя. Только поезд и поезд тебя спасет. Спотыкаясь в снегу по пояс, ты все спешишь, стремишься вперед. Там ждет тебя самый главный поезд, он без тебя не уйдет. А за окном то тундра, то тайга, но в основном безлюдные пустыни, черные пески, белые снега, радости простые. Он линию свою чертит и углубляется в суть вещей. Он знает, где ангелы, а где черти. Он знает все вообще. А ты стоишь на пустом вокзале, нож в кармане, крест на груди, как будто бы тебе не сказали, что все всегда впереди. А за окном то тундра, то тайга, но в основном безлюдные пустыни, черные пески, белые снега. Радости простые. За окном то тундра, то тайга, но в основном безлюдные пустыни, черные пески, белые снега. Радости простые.